понять, отчего вас смешит грозою. Душу на блюде несу к обеду грядущих лет. С небритой щеки площадей сползая ненужной слезою, я, может быть, последний поэт. Для кого недостаточно пальцем коснуться ваших голов, и у вас вырастут. Милостливые государи! За что выйти мне душу? Сверху на вой человечьей орды глядит обезумевший бог, и руки в отрепьях его бороды, изъеденных пылью дорог, он бог. Мы солнце приколем любимым на платье, из звезд накуем серебрящихся брошек. Бросьте квартиры, идите и гладьте, гладьте сухих и черных кошек. Это мочишь? Мочишь, весь мир танцует, он всех чарует. Карта Петербурга, где обычные официальные названия, к которым мы привыкли, заменены названиями народными, так называемым дед культуры. Курёк. Когда-то эта больница называлась Александровская инфекционная барачная больница. В наши дни она носит имя известного врача, но горожане называют... Боткинские бараки. Совсем практически на Невском проспекте. Имя свое получил благодаря памятнику. Катя.
Как не знать? Вот, вы ответили, да? Лиговский канал, а вот речка Таракановка. Действительно, как отель гостиница. Но часто, назначая место на этом углу, люди вспоминают, что здесь когда-то было кафе. У нас сегодня здесь присутствует человек, благодаря которому появилась на свет вот эта карта. Виктор Дмитриевич, вы меня... Такая, как раньше была, да? Вот такая вот современная бумага, да, она очень плотная. Может появиться и это, только она горит значительно. Она будет так и получилась. Видите, написано музей, и оно таким коричневым цветом. Это только первые арестованные по делу Союза борьбы. Так, чья у меня буква О? Ты писала? Кто изображен? Спрашивает, что было на работе, когда...